Вітанечка вам, мої дорогі, з незламною Україною. З вами, як завжди, Руслан і Мірмодов, Євротрак Симулятор 2. Сьогодні у нас з вами на обзорчику буде альтернативна графіка від NextGen. Була у нас графіка з вами на обзорчику від GBX. Ну, це як би буде, ну, достойна альтернатива для тих, у кого, наприклад, там GBX. Неважно, идет, тем более, что вес графики от GBX 5 гигабайт, а от NextGen там где-то 2 с лишним гигабайта. Ну, разница весомая, особенно для тех, кто борется за каждый мегабайт на своем ПК. Плюс, если вы не будете ставить вот в NextGen дополнение осень, то у вас вообще снизится до гигабайта размер данной графики. Так что графика неплохая, графика зачетненькая. Ну, в принципе, как бы так рекомендую. Для покатушек будете, я думаю, будете довольны. Итак, как всегда, поехали с вами по архивчикам. Смотрите, что вам нужно будет сделать. Вам нужно будет вот скачать файлик, да, он у нас весом 83 мегабайта. Открываете, ребятки, данный файлик, и вот у вас архивчик, то бишь вы открыли, да, и вот первый файлик, открываете сам этот первый файлик, ну, здесь можете посмотреть, здесь есть видео, именно вот от авторов данной графики, открываете вы сам первый файлик, и вот у вас будет две ссылочки. Одна ссылочка и вторая ссылочка, это как бы так дорожное дополнение. Ну, тоже как бы так и ничего, скажу я вам. Так, все это дело вы открыли, да, ссылочки скопировали. Копируете ссылочки, вставляете в поисковичке, в Гугле или где там вам удобно. И уже по прямым ссылкам скачиваете вот данную графику. NextGen и дорожное это дополнение. Все, ребятки, да, с этим, я думаю, понятно. Так, когда вы все это дело скачали, у вас будет вот один архивчик, у нас будет весом 677 мегабайт, второй архив у нас будет 1,9 гигабайта. Вот, открываете первый архивчик. Так, опять открываете файлик, и вот у вас уже сам мод. Открываете модик, и вот два этих файлика. Ну, это тут идет как бы так осенний, ребятки, аддончик. По желанию, хотите ставьте его, хотите не ставьте. Вот сам осенний аддон. Понятненько, да? Так, и у нас основная графика. Открываем основную графику. И вот у вас раз, два, три, четыре, пять. Пять файликов самой основной графики. Все это дело, как всегда, по пути. Документы, Евротрак Симулятор 2, папочка мод, все это дело туда перекинули. Я думаю, все уже в курсе дела, что да и как. Ну и вот практически все. У вас данная графика установлена. Теперь в менеджере все это дело подкинем, раскинем и будете кататься на неплохой альтернативке, как для графики от GBX. Поехали дальше. Так, мои дорогие, как всегда, мы с вами начинаем с версии игры. Запускать все это я буду на бета-версии 1.47.0.59s. Итак, что мы выставляем? Выставляем мы с вами в самый верх, то бишь после всех ваших установленных модов. Ставим вот база. Выше ставим база 2, дальше ставим Viather, дальше ставим вот это RAD Pack и альтернатива. Все. Вот это вся основная графика. Если же вы хотите, ребятки, чтобы у вас работал еще и аддончик именно осенний, значит, вам что нужно сделать? Вот, подкинуть еще вверх, вот сам аддон и вот еще один файлик с данного аддончика. Это при том, если вы хотите именно установить с осенью. Мне же, как это все неинтересно, я это все дело себе отключаю. Но это так вам, для того, чтобы вы понимали, что можно установить и как можно
покатать, что, ну, мало ли, может быть, кому-то заходит именно с осенним одончиком покатать. Ну, такое дело, почему бы не поставить и не покатать? Мне пока не заходит. Ну, вот такой приоритетик установочки, да? Применяем все это дело и вперед в игру. Ну и вот так, мои дорогие, все это дело у нас уже непосредственно выглядит в игре. Прыгать по скайбоксам я не буду, так же само по времени не буду. Посмотрите он слайд-шоу в конце, да я думаю, как-то это дело вам все и прояснит. А самое лучшее — это скачать, установить и самим попробовать. Зайдет — хорошо, не зайдет — но такое дело. Но в любом случае, ребятки, лучше, чем наша дефолтная графика, это однозначно. Ну, я знаю, что начнете много вопросов задавать. А какая графика тебе более лучше? Ребята, естественно, мне заходит самая шикарная графика. Это от GBX. Это считайте, что у нас вот величина. Первое место и в ETS-ке, и в ATS-ке. Ну, естественно, на втором месте вот нетгеновская графика. Тоже как, ну, зачет бамбуля, как для меня. Я думаю, понятненько, да? Сразу забегая наперед, ответил на ваш вопрос. А посим, мои дорогие, будем с вами прощаться, как всегда, короночка. Понравился видосик? Не забудь, поставь лайкосик. Всем мира, добра, любви, всех земных благ. Цените, уважайте людей, которые живут вокруг вас. И все будет гораст. Как всегда, большая благодарность всем моим спонсорам, всем моим подписчикам. Ребятки, дякую вам. Дякувать не передякувать за ту помощь, которую вы оказываете каналу. Ребятки, она мне очень нужна. Дякую вам и низкий вам поклон от меня до самой земелечки за вашу помощь, мои дорогие. Быть добру, будьте мне здоровы. Все будет Украина. До новых обзорчиков. Всем пока-пока. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.